Спонсор прогноза погоды – Единый центр защиты. Сложно платить кредит? Уменьшите платежи. Избавьтесь от назойливых звонков. Ликвидируйте долги полностью. 248-36-33. В четверг в Самарской области пасмурно, преимущественно без осадков. Температура днем 3-4, тепла ночью минус 1 плюс 1 градус. Ветер южный, юго-восточный, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо, днем плюс 4 градуса. В темное время суток 1 ниже 0, юго-восточный ветер, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти тучи без осадков, днем плюс 4, ночью плюс 1 градус, юго-восточный ветер 2 метра в секунду. В Самаре пасмурно, в дневное время плюс 4 градуса, ночью минус 1. Ветер южный 2 метра в секунду, атмосферное давление 776 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 59%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.